Першая допомога ратуе жыццё. До Международного дня першей допомоги, які означается 11 вересня, Белорусское товариство Червоного Крыжа совместно с областной дзяржаўтаінспекцией провели профилактичную акцию. Водители пешехода – основные дзеючыя особы на дорозе. Жыццё и бяспека кожного из них залежыць от выканання правил и узаемопаваги. Падчас акции прадстаўнікі Червоного Крыжа прапанавалі удзельнікам отказать на пытанні анкеты и вучылі навыкам оказания первой допомоги. Супрацовники ДАИ тлумачили меры отказности. Согласно действующего законодательства, за оставление места дорожно-транспортного происшествия предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 25 базовых величин или лишение права управления транспортным средством сроком до 2 лет. В случае, если в данном происшествии пострадал человек, водитель может быть уже привлечен к уголовной ответственности.